Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданг Банде Радхика Чаруно Дайам Гопи Джанна Самаюктам Винда Ванам Манухарам Ванча калпатару ашчаки пасинд бевача патитанам пабуне бхавишна бхио намо намо мукан кароти бача ланг пангун ланг хетгирим ятки патам ханг банде парамананда мадвам бриндавай тулси девай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасвати вясам тато жайо мудирай Шанкитане Кришна като падеше Гаурия патрашья пракасанеча Шадану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибабагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Битаттихам Панатапал Бхабаддипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи такима пикабхавадуша дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхика майкада кипан кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодато Шанкиртанай капитару камалая такшо Вишамбару дижавару югодхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Багиша Джошва Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши Джасьясте Хиде Самбихит Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Адоданам стринам дхантей, ридам ячи пунаха пунаха, шимада
Рупа Падаму Джадхули Шванг Джанма Джанмани. Ададанам стринам дантай ридам джаче пунаха пунаха Шимада Рупа Падаму Джадхули Шванг Джанма Джанмани. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Jagadguru told, it is our final target to become a dust particle unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami Pad. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad сказал, Jagadguru сказал, что мы, Гауди, наша наивысшая цель стать пылинками на лотосных стопах Шрилы Рупа Госвами Пада. Иначе нет никакого пути. Нет другой альтернативы. Мы не можем войти во Вриндаван Даму. Мы не можем понять ничто о Рагануга или Рупануга Бхагаватах. О Паракия Бхаве это все очень сложно для нас. Можно сказать, невозможно понять. Для нас практически невозможно понять. Шрила Прабхупад объясняет, почему мы должны хотеть стать пылинками на лотосных стопах Рупа Госвами Пада. Почему? И вот Шрила Прабхупад говорит, обязанность, а красота, точнее, красота Рупа Госвами Пада, его чарующая красота, его великолепное настроение, служение, они привлекают самого Кришну. Кришна не привлекаем нами. Кришна, он никогда. Мы не должны превратно понимать. Кришна, он не привлекается нами, но привлекается Шрила Рупа Госвами Падом. И вот Кришна, он чувствует влечение к тем, кто развили желание служения, которое подобно чувству Радхарани, имеется в виду под руководством Радхарани, кто развил такое огромное настроение, желание служения, которое одобрено Кришной. И это зовется подлинной красотой, прекрасными качествами. Наши качества, которые у нас есть, а Кришна их не любит. Может, у нас много каких-то качеств, но Кришна не привлекаем ими. Чтобы привлечь внимание Кришны, мы должны действовать под руководством Гуру Падмы Радхарани, чтобы Кришна захотел увидеть нас, чтобы захотел обнять нас, взять нас к себе в свой духовный мир, и это зовется сокровенной Сиддханты. Весь мир. Есть бесчисленные дживы. Можно посчитать одно, два, три, сколько джив. Что они понимают о Рупануга Бхаджане? Кто поймет эту Гауди философию, в этом главный вопрос. That is the main question. We are fighting with dry philosophy, some bandara, some chaos, ahu. We are dancing, ahu. We are shouting, some. In the name of prasadam, we are taking something, and in the name of люди борются с чем-то, говорят о какой-то сухой философии, едят что-то под именем прасада, но такой просад, такая харикатха, такое окружение, оно не может задеть наше сердце. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет одну шлоку.
из Бхагавад-гиты. Sriyano dubbhamaya jagyat jnana yugyam parantapaha sarvana karmana khilam partho jnane parishamapati. Never forget this slope, very important. Никогда не забывайте very эту слову, она очень простая и в то же самое время очень важна. It is written, и здесь говорится, Krishna speaking to Кришна говорит Арджуне, I can come to the point, what я могу прийти к тому, что я объясняю. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, Sriyano dubbhamaya jagyat Sriyano dubbhamaya jagyat jnana yugya parantapa sarvana karvana khilam partho jnane parisamapate. What do you mean? Что это значит? Мы не понимаем. Krishna speaking. Кришна говорит. Arjun. О, Арджуна. Everybody like to worship me with. Все хотят поклоняться мне с помощью каких-то материальных вещей. Ну что делать? Цветами поклоняемся, например, Господу, это тоже материальный. Предлагаем рис, чапати, дал, это тоже материальные вещи. Или какое-то здание предлагаем Господу, что-то строим для Него, это тоже материально. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что все заняты служением мне какими-то материальными вещами, материальными идеями, материальными объектами. Мы думаем, что Кришна одобрит это, возьмет, но мы не знаем, если это не одухотворено, если наше тело не одухотворено, то как Кришна это примет, если наш ум, наше тело не одухотворено, если наша харикатха не одухотворена, то Кришна не примет этого. И далеко не каждый это понимает. Я думаю, внешние какие-то праздники, фестивали, инициативы, многие думают, что это люди думают, что если они это делают, то Гурудев, по идее, должен быть доволен. Но спрашивают ли они, доволен ли Гурудев на самом деле этими действиями или нет. Кто-то думает, что если потратил 10 тысяч на цветы, то Гурудев будет доволен этим. Такой есть. То есть иногда можно видеть, люди что-то делают, но не спрашивают у объекта поклонения или объекта, ради которого они это делают, доволен ли он этими действиями. Поэтому есть такой промежуток между, разрыв такой между Гурудевом и нами, между Гауранга Махапрабху и нами. То есть мы думаем, что мы совершаем баджан, но объект нашего баджана доволен или нет? Это главный вопрос. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве очень сокровенные вещи. И вот он говорит Арджуне также. О, Арджуна, каждый поклоняется мне с помощью материальных вещей, но они не знают, если те объекты не одухотворены, то мы не можем брать это. Бхагаван Шри Кришна, он говорит, говорит нам о своих предпочтениях, что он предпочитает, что он любит. О, Арджуна, лучше те, кто совершают материальные яги с материальными объектами, которые с помощью которых это яги совершается, лучше. Если эти люди, которые совершающие ягью, они лучше, если будут совершать гьяна ягью. Люди поклоняются, но с помощью материальных объектов, но что я могу сделать? Я нахожусь здесь, в этом материальном мире, все, что они собирают, это материально, и они это предлагают Кришне, и Бхагаван Шри Кришна говорит,
Вот в этой шлоке что? Если кто-то совершает гьяна-ягью, и сейчас я говорю харикатху, я не предлагаю рис, молоко, чапати и прочие продукты Господа. Нет, я совершаю гьяна-ягью. Если она полностью одухотворена и не имеет связи с материей, сейчас мои слова, мои идеи, мои мысли, то, о чем я говорю, я думаю о Бхагаване, его трансцендентной обители, о его сиданте, о его очаруне, и о его характере. И это зовется гьяна-ягья, моя концентрация. На лотосных стоп Бхагавана я не собираю какие-то материальные вещи для поклонения Ему. Если я постоянно размышляю о Бхагаване, это значит, что я с Ним. Если я отвлекусь, то я не смогу говорить харикатху. Если я не нахожусь в непрерывной связи с Гурудевом и с Гурваргой, то так невозможно для меня говорить харикатху. Which is not Siddhanta. That's why Bhagavan Sri Krishna speaking. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит. Arjuna Sreyano Drupamaya Jagyad Gyana Jung Pantava. All Drupamaya Jagya. Suppose I'm going to do a big mandala. Кто-то, например, организует большой пир. Всякими вкусностями. И тогда люди все будут выражать нам почтение, но если организовать такой праздник харикатхи, то мало кто придет, гораздо меньше, мало кто поймет важность всего этого, хотя Кришна говорит, что это такой вид яги более возвышен, более лучший. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, эти праздники, фестивали, которые мы делаем, кто-то строит большие пандалы, на какое-то время украшают цветами, но суть всего, Бхагаван Шри Кришна говорит, какова цель всех этих мероприятий. Мы совершаем ягью, купили кучу цветов и прочего. We are going to make your Gurudev sitting in front of you. Посадили Гурудева в каком-то месте, все предлагают ему Пушпанджали, такая праздник такой происходит. Я не говорю, что не происходит, но мы должны быть достаточно разумны, чтобы понять, что все праздники, которые совершаются, мы организуем, какова их наивысшая цель, какова цель всех этих праздников. All big arrangements, but what is the fine goal? What is the fine goal? What do you want? Какова цель? Что мы хотим? What do you want? With the function, what do you want? You can say, I need guru bhakti. Цель вроде бы нам нужно гуру бхакти, преданность нашему Гурудеву. If you are like idiot, doing some shouting this that, yes. Some dry, you know, philosophy, some eating niceness, but you lose your track. You forget the reason for why you attend. Иногда можно наблюдать, что люди забывают, зачем пришли на какой-то праздник или организуют, зачем. Мы должны быть предельно осторожны, чтобы не упустить из виду главную цель, поскольку много материалистических людей приходит, и мы должны подумать, посещая такие праздники, мы обретем что-то или потеряем. И в итоге мы должны вывод сделать. После праздника, когда мы возвращаемся к себе домой, нужно подумать, помогло ли это нам увеличить нашу силу баджана или нет. Но мало кто думает таким образом. Бхактивинода Такур говорит, что мы должны думать, размышлять, увеличилась ли сила нашего баджана или нет.
Значит, если уменьшилось, то значит праздник, который мы посещали, это он не совсем настоящий был. И чистые гуру вайшнавы, они также могут дать вам эту силу, обычные люди нет. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, все праздники, которые мы организуем, но Кришна говорит, если вы вывод сделайте, какова цель, какова суть всего этого, как это помогло вам развить ваше сознание. Кришна говорит об этом. И в итоге можно сделать вывод и прийти к тому выводу, сколько мы развили сознание сегодня. Если мы не развили никакой преданности, не обрели большего сознания, то смысл от таких праздников теряется. То есть просто какой-то материальный получается материальный пир. И поэтому мы должны быть очень осторожны со всем этим. И вот та причина, по которой я говорю. Люди заняты какими-то материальными вещами. Достаточно давно, однажды, в Чайтанья Матхе, утром происходило арати в Чайтанья Матхе. And Prabhupada coming and standing in front of Bhagavan, closing his eyes, is watching a prakita arati. И Шрила Прабхупада стоял и с закрытыми глазами созерцал такое трансцендентное арати. Если вы можно иногда видеть арати, внешне выглядит очень красиво, но иногда. Но не всегда это духовное. Часто бывают какие-то материальные эти вещи. Арати это не... Если арати не происходит в вашем сердце все 24 часа в сутки, and 7 minutes dipa, that means you are service holder. You are если люди совершают арати 5 или 7 или 10 минут, то такие люди, сложно назвать их преданные, подлинные преданные, это те, у кого арати происходит в сердце всегда. Not for the satisfaction of Bhagavan. Иногда можно делать, наблюдать какие-то шикарные арати, проводить для привлечения публики, а не для удовлетворения Бхагавана. Когда арати происходит, мы должны перенестись в этот трансцендентный Вриндаван, закрыть наши глаза, чтобы созерцать, как Лалита и прочие саки совершают арати Радха Говинда. Как описывается в этих киртанах. You don't know kirtan? Police you not doing? Panchapodipe dhari korpuro bati Lalita sundari kare jugalo aroti. People, they are not knowing about what tone. Иногда можно наблюдать, когда кто-то поет Махамантру утром, нужно следовать утренней этой мелодии, утреннему настроению. И вот чтобы Бхагаван был доволен, нужно знать, как петь для него. С утром утренним настроением, в обед обеденным, вечер вечерним. Pujari not making the dress proper today. This watching. Not giving attention to the arati. Думают о том, что одежда божества плохая. Под пуджари бестолково как-то одел их. Ну такой это получается материальный даршан. Шрила Прабхупада смотрел на арати с закрытыми глазами. Not opening eyes. Follow. Maharaj says,
Какие-то преданные после того, как Арати кончилась, сказали: «О, Прабхупад, эти двери в алтарной очень малы, и мы не можем видеть Радхагавинду как следует». Шрила Прабхупад, он сказал: «На самом деле, у нас нет силы, способности увидеть Радхагавинду. Даже если дверь сделать побольше, все равно Радхагавинду вы не увидите». Иногда можешь видеть в каких-то храмах огромные двери, что тысячи людей могут одновременно смотреть на божество. Но Шрила Прабхупад сказал, что даже если дверь сделать побольше, то Радхагавинду и его арати мы не сможем увидеть, поскольку для того, чтобы увидеть, мы должны развить нашу силу даршана. Нужно развить духовное видение. Мы должны совершать такое служение, чтобы Кришна, он сам захотел нас увидеть, чтобы он привлекся нашим служением. А сами мы не можем увидеть Кришну или Радхагавинду. Мы должны совершать такое служение, служить Кришне так, чтобы Кришна захотел увидеть нас. И это называется подлинный Бхагавад-даршан. И в этом это и такое состояние. Так нужно видеть Господа. И вот Рупа Госвами Пад в форме Рупа Манджари. Вот во Вриндаване он совершает Югала Кишора Сева, и там Рупа Манджари там. Рупа Госвами Пад там. И вот Рупа Госвами там, и фон в форме Рупа Манджари. Этот Рупа Манджари здесь находится в форме Рупа Госвами Пада. Шрила Прабхупад говорит, мы должны прилагать наши лучшие усилия, чтобы стать пылинками на лотосных стопах Рупа Госвами Пада. Если мы достигнем успеха в том, чтобы мы имеем такую большой разрыв между нами и Рупа Госвами Пада. И это расстояние между ими, нами должно быть уменьшено. Наше настроение служения и настроение служения Рупа Госвами Пада, оно отличается. Но мы должны сделать так, чтобы мы полностью соответствовали ему, чтобы у нас не было никаких, ничего постороннего, никаких других настроений, отличных от него. И таким образом мы должны понять настроение Удав Самвата. Удав Самват — это не шутки. Это очень серьезная вещь. И вот Удав Самват значит, на самом деле, Бхагаван Шри Кришна сейчас физически мы находим, он ушел из Враджадхамы, из Вриндавана. И вот Бхагаван Шри Кришна ушел из Враджадхамы, ушел в Матхуру, и такой промежуток, который нельзя заполнить, поскольку Кришна, он Кришна, когда Джива Госвами Пад пишет, что Кришна никогда не уходит из Вриндавана. Вриндавана Чандра Нанда Нандана Шри Кришна, Враджандра Нандана Шри Кришна никогда не уходит из Вриндавана, он всегда находится во Вриндаване. Но тогда почему мы обнаруживаем, что Кришна ушел? А потому что Кришна очень
заинтересован видеть Бхаву, чувство преданных. Он Бхава Грахи Джанардана, вы слышали, это одно из его имен. Бхава Грахи Джанардана, Кришна всегда принимает нашу Бхаву, наше чувство нашего сердца. И вот, чтобы увеличить Випраламба Бхаву в Раджавасе, и вот, чтобы увеличить Випраламба Бхаву в Раджавасе, и увеличить вкус, и чтобы почувствовать их любовь к Нему, Кришна. Он очень заинтересован увидеть, почувствовать их чувства, которые они испытывают к Нему. И вот Кришна поэтому в тонкой форме, он находится во Вриндаване, но никто не может видеть, только Кришна видит их. Кришна, сам Кришна, он говорит об этом в Курукшетре, когда спустя долгое время все Враджаваси, они пошли встретиться с Кришной. Где? В Курукшетре. Там проходила одна ягья. И в честь солнечного затмения. И вот во время этого солнечного затмения они организовали ягью. Кришна посчитал специально. Это у него была цель такая, такой мотив. Он совершал эту ягью, организовал ягью вот в честь этого солнечного затмения по его случаю, и всех пригласили. В Раджавасе тоже узнали, что Кришна приходит на Курукшетру. Они тоже решили встретиться с Кришной там. В Раджавасе все ядовы, все представители семьи Яду, и в соответствии с подсчетами, это где-то на середине, практически на середине пути. И вот с Двараки Кришна пришел. В общем, Кришна со всеми ядовами, Васудевами, Деваки и все остальные они пришли. Все посторонние цари, родственники, знакомые, там, сватья, братья и все остальные. Поскольку ягья организована Кришна, поэтому пришли все, кто вообще может прийти. И из Враджадхамы. Все в Раджавасе тоже пришли. Когда мы встретились, я не хочу говорить, сейчас не то время, когда это обсуждать, но все же я хочу напомнить вам о одной вещи, что Бхагаван Шри Кришна говорит Радхарани. Радхарани, она почти расплакалась, и Кришна говорит: на самом деле, когда ты плачешь, когда это чувство, ты помнишь, и Кришна говорит Радхарани, ты можешь вспомнить, ты можешь найти меня рядом с тобой, когда ты... И когда ты была на волоске от смерти, от чувства разлуки, могла ли ты видеть меня во Вриндаване? И вот когда в Раджавасе они чувствуют такую огромную разлуку с Кришной, то Кришна говорит, тогда я являюсь там, как в случае с Горангой Махапрабху. Я могу привести пример с Горалилы и вернусь во Вриндаван. Вот Шачима, она плачет. Так, она приготовила много вещей, и после этого она предлагает это все Бхагавану и плачет. И плачет она с этим. И говорит, что если был бы мой Нимай здесь, то он мог бы принять все это. И вот она с такими мыслями
предлагать ему подношение, что Нима любит вот это сабджи, но сейчас Нима нету, что же делать? И, вот и тем временем она открыла глаза, видит, что все съедено. Читание Чайтамриты это описывается. Сачима speaking. Сачима говорит. And suddenly open eyes, he'll find it. The pot is vacant. What happened? Some dog or somebody coming and taking prasad. И вот она думала, кто же это все съел. Может, я забыла положить, или что случилось вообще. Может быть, я забыла, или собака съела какая-то. И вот она опять это все помыла, опять заново приготовила, опять начала предлагать ей Гауранга Махапрабху. Он в Пурушоттам Даме. Он отправил одного посланника. И вот в Пурушоттам Даме он отправил посланника с Джаганнатх Прасадом, с одеждой Туласи. Все это собрал, то есть Прасад, чтобы это отдали все Шачимата. Шачимата такая вселенская мать, она Бхакти Деви. Может видеть, что материнское чувство у многих, но очень узко распространяется только на своих детей. Но Шачима была такая вселенская мать, она имела чувство любви ко всем, ко всей вселенной. И вот Махапрабху, он послал какого-то посыльного в Навадвип из Пури, чтобы тот передал весь этот Джагнат Прасад Шачима. И Махапрабху говорит, вы можете напомнить. И Махапрабху говорит, что напомни моей матери, что в тот день, когда она плакала, предлагая просад мне, Махапрабху, он сказал этому посланнику, когда ты был в Навадвипе встать с моей матерью, Шачи, ты скажешь, что она забыла, что в тот день, в тот конкретный день, в те конкретные титхи, моя мать так много приготовила мне и предлагала с огромным чувством разлуки, думала, кто же съест эти сабжи, этот просад. И внезапно мать обнаружила, что все пусто, все съедено. И можешь напомнить моей матери, что в тот день, когда ты очень плакала, с огромным чувством разлуки, я обнаружил, что все съедено, то можешь сказать, что я пришел, отправился в твой дом и съел весь просад с той тарелки. Мать моя подумала, что это все показалось ей, или забыла положить, или кто-то съел. You can ask to my mother. I went there and и вот я был там и съел весь просад. И тогда моя мать, она поверит, что не моя. Он пришел сюда. Шачима может видеть. Она может видеть, что не моя ест. Но вроде не моя. В Пури нет, он в Нилачалакшетре. Шачима физически видела, что она увидела, что все съедено, подумала, что это сон, но нет. И также Кришна говорит Радхарани, когда ты плачешь и не можешь, когда ты чувствуешь огромное чувство разлуки, то я являюсь там. Кришна говорит, я появляюсь в том месте. Но ты думаешь, что это сон, что
Это, в этом очень важность сиддханта, мы не должны забывать ее. В Випраламбха Бхаджане, в Гаудия Бхаджане это очень важно. Это очень, очень важная сокровенная сиддханта. Однажды я говорил об этом, но мало кто понял. И вот сиддханта в том, что без Випраламбхи, без разлуки мы не можем встретиться с Кришной. Випраламбха — это правильная процедура, через которую мы можем встретиться с Кришной. Но кто-то, мало кто понимает, кто-то открывает храмы, поклоняется, думает, что он ачарья, но это не путь. Для того, чтобы встретиться с Кришной. Это типа, не такая известная процедура, но опять же, не тот путь, как, через который можно встретиться с Кришной. Единственный путь встречи с Кришной — это Випраламбха Бхава, это огромное чувство разлуки с Ним, когда мы уже не можем жить без Кришны. И вот Бхаджарахаси Шрила Бхакти, он такого говорит, что мое тело, оно проживет всего несколько дней без встречи с Кришной. Очень важный сиддханта в соответствии с Гаудия Даршаном. Это единственный путь. Единственный путь, через который мы можем встретиться с Кришной, а другие они не ведут к встрече с Кришной. Нельзя Кришну насильно схватить и как-то давить на него, заставить что-то делать. Это просто ложная эгоизм. Кто-то хочет, например, заверяет, что за повторить Лакхаринама, но это всего лишь ложное эго. Харинам, он не обязан следовать вашим наставлениям, вашим приказам. Харинам, он подобен Хари, он как Кришна, может явиться, а может нет. Как Хари, он Савиги Сарат, Сарат значит Аджит. Никто не может контролировать Кришну. Без любви никто не может контролировать Кришну. Если кто-то заявляет, можно видеть, что люди гордости заявляют, что смогут сделать на духовном пути, но Харинам и Хари, они не отличны друг от друга, поэтому нельзя давить на Харинам, заставлять его повторяться. Но только по его милости он может явиться на нашем языке, в нашем сердце, в нашем уме. И тогда мы можем его повторять должным образом. А другие процедуры, они бесполезны. Только путь Гаудия Бхаджана мы должны плакать, чувствовать разлуку с Кришной все время. И тогда это приведет к встрече с Кришной. Кришна, он напоминает Радхарани. Когда ты не можешь больше терпеть, ты буквально готов умереть, я хочу напомнить о Радхаране. И в тот момент ты видела меня или нет? И вот да, и она отвечает, да, ты подумала, что это сон, что Кришна появился, но нет, я был на самом деле там. Радхарани, Випраламбха Бхава Радхарани, она не... Ее нельзя выразить языком, никакое количество языка, философии. Оно не может показать нам настоящее чувство Випраламбха Бхава. Когда мы видим тамал врикшу, дерево тамала. Тамал врикшу. When you watch тамал врикшу, тамал.
Дерево черного цвета. Как Кришны там нет, но Радхарани обнимает это дерево. Это дерево Тамал очень важно. И вот когда Радхарани плачет в отсутствии Кришны, когда она чувствует такую огромную разлуку с Кришной, Радхарани буквально сходит с ума от разлуки. Такое выражение «сходит с ума» не совсем правильно, но что-то похожее. И вот она обнимает это черное дерево Тамала и говорит, что наконец-то я поймала Кришну, но Кришны там нет, только дерево Тамала. Даже когда Кришна, он практически, он находится у Кришны в объятиях Радхарани, то Кришна все равно думает, где же Кришна, где же Кришна, хотя Кришна уже рядом с ней. И она все равно думает, где же Кришна, хотя Кришна уже физически находится с ней, обнимает ее. Но все равно она думает, где же Кришна, как это все понять. Хотя Кришна уже, вот он с ней, но... И Радхарани, она испытывает... чувство разлуки в будущем. Сейчас она находится с ним, но думает о будущем. Когда Кришна уйдет, тогда она будет испытывать такую разлуку. И поэтому Кришна напоминает Радхарани, когда ты, когда бы ты ни встречалась с таким нестерпимым состоянием, видишь ли ты меня или нет. Ты думала, что это какой-то сон, но я физически был там, я с Двараки переместился к тебе, и я был уже рядом с тобой, когда ты чувствовал такую нестерпимую боль разлуки. Смотрите, Матхура Диш Кришна, Дварака Диш, это разные Кришны. Матхуранатх Кришна, хотя они вроде один и тот же Кришна, но они разные. И Вриндавана Чандра Кришна, он тоже другой. И сокровенная сиддханта в том, что без випраламбхи нельзя обрести встречу милон. Випраламбха значит разлука, милон – встреча с Кришной. Вчера и в предыдущие дни я говорил, что если нет разлуки випраламбхи, если мы не чувствуем разлуку, боль разлуки с нашей Гуру Вагой, Шрилы Прабхупадой, если мы не чувствуем эту разлуку, то мы никогда не встретимся с Гуру Махараджем. То есть мы тогда не сможем по-настоящему встретиться, если у нас нет разлуки с Шрилой Прабхупадой. То есть Шрила Прабхупада ушел, никого нет после него. То, если нет такого чувства, то и не будет встречи. Вчера я говорил о том, чтобы... И вот вчера я говорил, что если мы сожалеем, о каких жалеем, чувствуем разлуку с какими-то материальными вещами или родственниками, там материальные чувства. Если мы... плачем о наших родственниках, это о каких-то материальных людях и вещах, это
материальное, тамагуна, агьяна, невежество. И таким образом, если вы будете сожалеть о каких-то материальных вещах, деньгах, славе, женщинах, противоположном поле и прочих материальных вещах, то такие люди погружаются в тамагуну. Но если вы чувствуете разлуку, плачете о Бхактивинода Такуре, Шриле Прабхупаде, Гуру Гададхаре, Радхаране, Вриндаване и прочих духовных, трансцендентных вещах, то такие мысли об этом, это разлука с ними, она принесет вам великую удачу. Когда вы плачете о Кришне, чувствуете разлуку с Кришной, я вчера говорил о народном, о киртанах, народном Атакура. И вот народом так в этом киртане говорит, когда же бритву даршан гуранги. Я готов удариться головой о камень, как же обрести даршан гуранги. И вот Нарутам Такур плачет, он молится, чтобы обрести общение с Рамачандрой Кавираджем. Рамачандрой Кавирадж ушел с этого материального мира, и Нарутам Такур говорит, что мне, я остался здесь, я чувствую боль разлуки. Где же Нарутам? Где же Рамачандрой Кавирадж? Я хочу обрести общение с ними, и без них я готов умереть. Что я хочу сказать? Чувство разлуки. Если мы чувствуем его по отношению к Гурудеву, Парам Гурудеву, Парамешти Гурудеву и нашей Гурварге, если мы чувствуем такую разлуку с Гурангой Махапрабху или с Кришной, то тогда это зовется подлинным баджаном. Тогда вы очень удачливы. Это величайшая удача. Но мы забываем много раз. Я говорил об этом, можно вспомнить. Сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что у меня нету, и вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что у меня нету ни капли любви к Кришне, но все же вы видите, что я плачу, но чтобы увеличить мою удачу, не для чего иного. Махапрабху, он дает такой пример нам. Он говорит, что у меня нет ни капли, даже запаха любви к Кришне нет. Но все же я плачу о нем, чтобы увеличить мою удачу, чтобы в какой-то день я смог развить такую удачу, плакать из-за разлуки с Кришной. Много раз до этого я говорил уже об этом. И вот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит, помните, не забывайте. И вот Махапрабху говорит, что у него нет даже запаха любви к Кришне. Даже немножко нет. Я бесполезен, я без всякого толку забочусь о своем теле, которое может быть сравнено с насекомым. Which can be compared with insect? What value?
Если у меня нет Кришна Према, то что толку от него? Из примера сочетания Махапрабху мы увидели это. И вот однажды, если вы сможете развить такую удачу, как наша Гуру Варга Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж Бхакти Ачарь, Сиддхартха Госвами Махарадж, Садхананда Прабху, он в Германии был. Он там, он будучи, имел огромное чувство разлуки с Кришной Пралам Хабаву. Только-только, когда вы разовьете такое чувство в вашей жизни, то тогда и только тогда вы можете надеяться, что Кришна придет и обнимет вас. Кришна захочет увидеть ваше прекрасное настроение служения Ему. И вчера я говорил о том, что Кришна, когда Он всех в Раджаваси, Он поместил такой в океан разлуки. И вот Кришна ушел в Матхуру, и я уже говорил, зачем он ушел. Акура был отправлен Камсе, чтобы в Раджаваси, включая Кришну Баларама, пригласили, чтобы Камса мог убить их, и вот был такой план у него. И вот Акур, он начал готовиться к... И вот Акура начал готовиться к тому, чтобы отправиться в Раджадаму с утра. И вот он организовал колесницу, украсил ее. И вот Акура думал, что сегодня Акрур Махарадж thinking today Kamsa is acting as Kamsa сегодня действует как мой гуру, поскольку Камса, он дает вдохновение мне, чтобы у меня была возможность увидеть лотосные стопы Радха Говинды. И вот он чувствовал благодарность в адрес Камсы, что по его вдохновению, его наставлением он увидит Кришну. И вот Акура таким образом достиг Враджадамы. И по пути много раз Акура, он и вот Акура по пути спрыгивал с колесницы, увидел отпечатки стоп Кришны, катался по этой пыли, брал эту пыль к себе на голову и чувствовал себя очень удачливым, что он в этот день встретится с Верховным Господом Парад Паракелешером. Вот он думал, как он увидит Кришну, как Кришна будет относиться, с какой заботой к нему. И вот он думал о предстоящей встрече с Кришной. И вот между делом я хочу обсудить то, что Акур пришел туда с великим уважением в Раджадаме и имел возможность созерцать ее красоту. И о Удаве, когда я буду говорить очень скоро, и вот когда я буду говорить о том, как Кришна отправил Удаву во Враджадаму, сейчас я говорю о Акуре, как он отправился во Враджадаму, чтобы пригласить Кришна Баларама. Кришна Баларам там. И Гопи Гита, я тоже говорил, в первой шлоке, благодаря явлению Кришны, Враджадама, она была очень прекрасно украшена. Я говорил об этом, но суть в том, когда Кришна там, это Враджадама, а когда Кришны нет, все же это Враджадама, но благодаря явлению Кришны, по воле Махалакшми, Радхарани, это все украшается. И вот Акура, он когда
ехал на своей колеснице, он видел весь этот прекрасный Вриндаван. Бесценный, несравненный Вриндаван. И вот он достиг Вриндавана. И вот он встретился с Нандой Бабой. Нанда Баба, он встретил Акрура. Акрура рассказал о послании Камсы, что царь организует Дханурьягью, и вы все приглашены присоединиться к этому большому празднику. И Кришна Баларам тоже, их они приглашаются на поединок борцов, и вот Камса их приглашает. И в этом случае, после услышав все это, Яшодама упала без сознания. И вот, услышав, что Кришна Баларам отправится в Матхуру, она упала без сознания. Только услышав эти слова, Yashodama immediately fall down on ground, unconscious. Who can apply water? Nobody there. So bad condition. And Nanda Baba going to hear. Nanda Baba, он услышал. Nanda Baba going to hear the invitation very clearly, very minutely. Выслушал с таким спокойствием, вот он был местным царем, думал, что же делать, что не делать, и начал готовиться, все-таки решил поехать. Когда царь приглашает меня, я должен ответить, выразить почтение этому царю. И поэтому Нанда Махарадж решил принять это приглашение, что возьмем много молока с собой в больших горшках, возьмем с собой йогурт, масло, чтобы это все подарить царю. То есть, принимают приглашение, нужно что-то, какие-то подарки с собой взять. И вот он собрал, взял масло ги, с собой йогурт и молока. И вот все это погрузили на телеги, какие-то овощи. Поскольку яги там происходило, поэтому надо было прийти с какими-то подношениями, чтобы это все приготовили, поднесли Господу и раздали просад. Начали готовить бычьи повозки, грузить все эти подношения на бычьи повозки. Все в Раджавасе, они танцевали, радовались, что едем в Матхуру, но проблема была с Яшодой, то, что эти враджа-гопи, они чувствовали огромную разлуку. Даже часть секунды они не могли жить без Кришны. Вчера я говорил об этой шлоке, что гопи даже прокляли Брахму, что он бестолковый, не мог создать глаза, которые не моргают. То есть мало того, что мало глаз дал, еще и те, которые моргают. We are going to watch Krishna only two eyes. Eh? How we can see? We are going to watch Krishna with two eyes. How we can see? And if at all two eyes, but yes, there is your lead movement. How we can see? That the gopi girl, they are complaining. Вот гопи, они начали жаловаться, что Брахма, он глуп, не мог дать хотя бы десяток миллионов глаз.
дал всего два, и то несовершенных, которые моргают постоянно. They cannot bear even one fraction of second. Well, when Krishna going to posture вот, in field, Krishna отправился, Brajavasis, they are feeling in null and void. Пасти коров, то в Раджавасе они тоже чувствовали огромную разлуку. А сейчас Кришна вообще уходит в Матхуру, вне Враджа. Как можно жить без них? А пастушки, они не знали, что Кришна не вернется больше назад. Эти пастушки думали, что идут с Кришной, но не подозревали, что Кришна не вернется. И поэтому ничего не подозревали. И вот все эти пастушки, они тоже собирались идти с Кришной, что будем играть с Кришной там, посмотрим на Матхуру. Ну, такой красивый город, но они не знали, что их друг не вернется больше. И вот они с такой радостью, что пойдут вместе с Кришной в Матхуру, собирались, и когда Кришна Баларам, он был, уже сел на колесницу, чтобы отправиться в Матхуру, то для гопи это чувство разлуки стало нестерпимым. Они спрыгнули, кто-то прыгнул на колесницу, кто-то хотел лечь под колеса колесницы, кто-то тащил назад колесницу, они не позволяли Кришне уйти, кто-то начал драться с Акурой, что ты глупец, зачем ты забираешь нашего Кришну Баларама отсюда, ты без милости, кто такой имя тебе дал, Акур. Враджа гопи говорят, кто это назвал тебя Акуром, Акур, значит. Тот, кто просто сердечен. Тот, у кого нет никакой жестокости, жесткости сердца. Но гопи говорят, кто дал тебе это имя Акур, ты крур, ты бессердечен. Actually, your name is cruel. You are cruel. He is going to take away Krishna from us. You don't think how we can live, how we can survive. И ты не думаешь, а как мы будем жить без Кришны? Вот они пытались приостановить эту колесницу всячески. Вы смеетесь. Но я могу вас привести в ту деревню, где гопи. Они прыгали под эту колесницу. Бриджавари называется деревня. Я помню практически все названия всех этих деревень во Вриндаване. Бриджавари как-то так. Там, где гопи испытывали огромное чувство разлуки с Кришной и пытались всячески помешать их сердце буквально. Разрывалась от разлуки, и таким образом все в Раджа-гопи, они начали какие-то лозунги кричать. В общем, начали требовать, чтобы Кришна никуда не ехал. Такие лозунги выкрикивать. Можно иногда наблюдать, что в этом мире то, что такое происходит. Люди то просят, то требуют, то зарплату повысить, то какие-то требования правительства выдвигают, то еще что-то так уходит и выкрикивает разные требования. Лозунги. И вот эти гопи, они тоже начали возмущаться всячески, чтобы Кришна не уехал. Но это была очень такая сложная ситуация.
нестерпимая, и в то же самое время Нанда Баба Яшода. Яшода не собиралась ехать, а Нанда Упананда и прочие старшие преданные, они собрались ехать. Что же делать? Кришна, ему стыдно было. Кришна думала, как я могу поговорить с этими гопи перед своим отцом. Это неприлично перед отцом разговаривать с гопи. Выглядит это плохо, нехорошо. И Кришна, он отправил посланника, послал им сообщение через кого-то гопи, сказал, что скажите гопи, что сейчас мой отец, дядя и прочие родственники, я не могу с вами говорить перед ними, но я обещаю, что я вернусь вскоре, пожалуйста, позвольте мне уехать. That in front of father, uncle, I cannot talk with them. But I promise that very shortly I am coming back. This message, please. Otherwise they can disturb. И вот он попросил посланника, чтобы тот передал им, что Кришна, что он скоро вернется, а и говорить с ними не может перед отцом и этими детьми. И вот так или иначе. Ситуация, сложная ситуация как-то разрешилась, и Кришне позволили как-то уехать, и вот колесница начала двигаться, лошади начали набирать скорость. И эти гопи, они стояли как вкопанные и смотрели. Они подобны статуям были. Это чувство. Они чувствовали, были шокированы, что Кришна уезжает. Как можно вспомнить один поэт, как в детстве, в школе мы читали такой английский стих, Пивисели написал. И вот он написал такие слова, что мертвого воина привезли домой. То есть какой-то человек работал этим солдатом, его убили, и вот его мертвое тело привезли, а другие эти солдаты принесли его мертвое тело домой к его жене, в его дом. Вот в Индии такое правило. Традиция такая, что когда несут мертвого человека, кричат «Рамнам Сатяхи». И вот в этом английском стихе рассказывается, что принесли мертвое тело солдата домой, и дома этот его ребенок, этого мертвого человека, он не имеет представления о смерти. Нет у меня такого опыта смерти еще, но жена этого солдата убитого, когда она увидела, услышала, что ее принесли тело ее мертвого мужа, она окаменела буквально. Я привожу этот материальный пример, чтобы вы хотели поняли чувство гопи. Они, эти чувства гопи, конечно, за пределами нашего понимания, не трансцендентно, но такой материальный пример тоже может дать нам какое-то представление. Вот когда мертвое тело этого солдата принесли домой, поставили в коридор, жена не могла. Она была шокирована. Она стояла как статуя, не могла ничего сказать, подвинуться, даже ребенок бегал тут рядом, она ничего не могла сделать. Если такая ситуация происходит, то может инфаркт случиться. Если она так застыла, не может ничего сделать.
Она как камень стала, и в итоге там была пожилая женщина, где-то лет там 80-90 было, она опытная была, то ли бабушка, то ли еще кто-то. И вот она подошла, взяла ребенка и кинула этим ребенком в мать. И эта пожилая женщина, она поняла, что если сейчас она может инфаркт схватить, не может стерпеть такую боль. И вот она взяла этого ребенка и всучила его ребенка на руки матери, и мать начала плакать, она сразу расплакалась. Это психология такая, не все поняли это. Эта пожилая женщина поняла, что если этого ребенка дать ей, то она вспомнит, что ей нужно жить для ребенка. Иначе она думала, что же делать. И вот она так сразу расплакалась, очень сильно расплакалась, иначе она могла бы так получить инфаркт и умереть. А ребенок бы без матери еще бы остался. И в случае с гопи также, и эти гопи, они были потеряли дар речи, не могли ничего сказать, как будто они окаменели, они смотрели на Кришну, и лошади Кришны, они так набирали скорость, и вот пока они могли видеть флаг на колеснице Кришны, они смотрели. Они не знали, что им делать. Мы не можем обнять Кришну перед Нандой и Ишодой, но мы вынуждены позволить Кришне уйти. И Кришна сказал, что он вернется, не нужно беспокоиться. Я вернусь вскоре. Это ложное обещание, данное Кришне. И поэтому сегодня Кришна чувствовал себя стыдно, неудобно, что вынужден был дать ложное обещание Гопи, и которое не смог исполнить. И поэтому я должен послать посланника. И завтра буду продолжать эту тему, какая ситуация в Матхуре, почему Кришна, он отправился в Матхуру. Вынужден был отправиться в Матхуру, поскольку та сила, которая держала Кришну во Вриндаване, она очень велика. То чувство привязанности, которое Кришна чувствовал к Враджадаме, оно не... Его нельзя как-то разорвать, но все же Кришна должен был отправиться в Матхуру. Почему? Какова причина? И почему не вернулся назад? Каковы обстоятельства там были? Завтра буду говорить об этом. Я покажу вам, почему Кришна отправился, какова цель. И детально все это буду завтра обсуждать. И мы должны помнить, Адуданам стринам, Адуданам стринам, дантой, дантой, Адуданам стринам, дантой, ридам джачи, пунахуна, шимадрупа падам уджа дхули, шван джанма джанмани. I can try to discuss, these are so high topics. Очень высокие темы, Гопи Гита, очень мне стыдно. Я чувствую неудобство, поскольку очень высокие темы, я должен говорить их перед какими-то возвышенными преданными. Иногда мне неудобно, как Удда Самват я могу говорить открыто, но Гопи Гита очень такая возвышенная тема, но все же я должен сделать что-то. Что же делать?